Первичное отделение номер 13 Всероссийской политической партии «Единая Россия» в поселке Александровский Верхнеуральского района небольшое, но члены партии в нем активные. На собрании первички, в работе которого принял участие секретарь местного отделения партии Сергей Айбулатов, обсуждались вопросы, которые важны для каждого жителя небольшого села. Это и благоустройство, и ремонт автодороги к поселку, и газификация. Секретарь первички Ольга Шевчук обратила внимание однопартийцев на соблюдение партийной дисциплины и оплаты членских взносов. В собрании приняли участие и сторонники партии. В минувший понедельник члены районного политсовета обсудили предстоящие выборы в поселениях и реализуемые проекты.